Сейчас я покажу, как на C++ можно реализовать алгоритм двоичного поиска. Начнем, как обычно, с анализа имеющегося у нас шаблона. Прежде всего, мы вводим массив отсортированных чисел, по которому будем производить двоичный поиск. На всякий случай проверяем, что он действительно отсортирован. После этого считываем количество запросов, которые у нас будет. И для каждого числа, которое мы ищем в массиве, мы выводим найденную позицию. Как работает функция getPos? Она принимает на вход массив отсортированных чисел и пытается найти позицию, в нем позицию числа number. Она вызывает стандартную функцию stdefined, которая в переданном диапазоне ищет искомое значение. Если эта функция ничего не находит, она возвращает итератор на конец диапазона. В этом случае нам нужно вернуть минус 1. Если эта функция находит переданное значение, то она возвращает итератор на найденное значение. Чтобы найти соответствующий индекс, нам нужно вычесть из этого итератора итератор на начало и прибавить 1 к результату, потому что у нас элементы исходного массива нумеруются с единицы. Это число мы и возвращаем.